Всем добрый вечер. Откачали мы акацию. Снял я 500 килограмм. Вот. Но экспортсет перестал давать. Вчера было 600 грамм, а сегодня минус 800 грамм. Места тут, конечно, хорошие. Романтика. Вот. Вот там вот речка. Вдалеке не успел я сходить. Заснять местный ландшафт там. Потому как... закончил сегодня откачивать. Значит, уезжаем мы дальше на север. А вот и экспортсет наш вон там, где прицеп стоит. Его видно, он посерел. Не знаю почему. Тут тучи два дня назад ходили. То ли потому, что перепад давления был, то ли потому, что еще что-то в природе изменилось. Но факт тот, что весовой показал минус 800 за сегодня. Поэтому мы уходим мы дальше на край Волгоградской области, в сторону Елани. Вот. Так что, а там будем уже посмотреть, куда податься на экспортсет. Вот. Всем удачи. До новых встреч.